Ну и мы получили информацию о том, что стоят фуры и в Донецкой области. На Новоазовском пункте пропуска сейчас собралось 15 машин, около 10 в отстойнике на нейтральной территории. Дальнобойщики говорят, что ждать придется не один час, они жарят шашлыки, многие готовятся здесь ночевать. К вечеру, сетуют водители, очередь только увеличится. Украина работает быстро. Именно что Россия. Они, у них вся задержка там. Они пропускают все машины через рентген. Один человек оформляет и все. 4 окошки, один только работает и все.